Вот мы ехали с Каренды, за ягоды ездили. Вот решили по пути заехать. И Надь Техно решил Надежде Васильевне показать тут мостик, который мы делали. Да что ж ты дурак, а? Мне нога застряла, а ты прям на нее. Вон, смотрите. Давай. Вон, смотрите. Вон, вон. Поезд идет. А вот давай на фоне поезда сними. Мы на переезде будем стоять. И вот отступи назад. А там он в горку поднимается. Обычно это грузовой товарняк. И вот так он тяжело ему идет, что дымит вовсю. Вот так мы сейчас. Смотри, как ты. А туда, маленько, пройди. Тихо, не рухни туда. Держись там. Не за меня, за это, за перила. Стой на месте. Сейчас идет поезд. Мы еще ни разу тут не были с поездом. Ты голову-то зачем отворачиваешь? Маленько смотри туда на поезд. Вот как вот малый ребенок. Жарко, ураганчик. Смотри, как он здорово идет. Ну, сейчас нас как раз и снимет на его поезд. На поезд вот это вот разъезда. Мы там подойдем. Это, вот это вы делали, да? Где? Нет, конечно. Мы сделали. Ну что, это игрушка, что ли? Смотри, какая глубина. Она вот. Вот так мы спускались через кабину. Ты держись, а вы здесь съедут. Иначе не сейчас спускаемся. Больше так не было. Вагоны считайте. Ой-ой-ой, все трясется. Ну что, Надежда Васильевна, посчитали? Проще. 50, но я не сначала начала. Не шевелиться-то нигде. Да-да. Старались. Прочно, тот сгорел. Тот сгорел, да, весной. Когда горело тут, вдоль железной дороги сгорело. Смотрите, как он коптит-то. Это все на ягоду падает. Что? Я говорю, как коптит, а на ягоду все падает это. Ну да. Это так. А сорвали, нету расписания-то. Давно уже, да? Нету. А почему? Потому что все время меняют несколько раз. Мы там хотели посмотреть, Ванько, что за избушка. Для работников. А рабочих нет никого. Остановка локомотива. Вот он. Я все смотрю, такие вот места загаживают. А здесь есть, нет? Ну, здесь большинство-то мы садимся. Так что совесть. На коляске можно было поднять туда
Да. Ну-ка давай пройдем туда, посмотрим. Это же избушка такая. Удивительно, деревянный столб, шок поставили. Установка локомотива. Вообще, почему деревянный, почему не железный? Непонятно даже. Было строение, а здесь стоял это, розетовский дом. Хороший, из красного камня. Где, здесь? А? Здесь? Да. А там даже, видать, какие-то постройки остались. А, ну да, да. Вот. Ну и наши добились то, чтобы в аренду передали по Теряевским. Когда приезжает зимой, эту же остановку, а дальше нету, чтобы открыть, может, дрова наготовили. Однажды летом приезжаем, дома нету. Оказывается, там разъезд подстёпный, и он не действовал уже лет 30. Их послали туда большие бульдозера разобрать. А они напились пьяные, доехали до этого, видно, подстёпный. А вот какая разница. Ну и все эти блоки вот здесь вот и лежат. Размонтировали, разогнали. О! Это тут тоже что-то может быть. Смотри. Да. Площадка какая-то сделана. Это вполне может быть. Это, видать, кто-то открывать пытался. Вот это что-то такое. Выломали туда. Дверь видно, что ломали, лезли. Хулиганье. Все, что можно было, покрышки, все железо оторвали. Страна воров, как писал Расул Гамзатов. Гора на горе, вор на воре. Да. Видно, сделано, что труба была, видишь, как монтирована. И можно было зимой даже быть. Печку, наверное, выломали. Все разломали. Ой-ой-ой, как Солженицын пишет, в Первую мировую войну среди пленных русских, ну, которые там в плену, плохо кормили, убивают, заворуются где-то, 5% было, а в этом, кажется, 95% уже. А почему? Плоды безбожие, Ленинская гвардия пришла, Бога нет, тормоза сорваны, делают что угодно, что кажется полезным, на дело революции. Ничего нету святого. Вот мы сегодня здесь, в Успении Божией Матери, 28 августа, после богослужения, после литургии, поехали на Каренду, побыли. Я хотел тут задать вопрос. Вопрос, как выгадки. Кто это все делал, что-то уничтожали? Разъезды позакрывали, а потом открыли. Нам негде было сесть. Это единственное связующее. Назовите этого человека, который закрывал разъезды, думая на этом сэкономить, чтобы поезд тормозит, а потом разгоняется, это уже два ведра горючего. Этот человек считался до того хорошим, что поднялся свергнуть президента. И где он теперь? Где он? Чтобы спросить его, отблагодарить его. Я не буду называть, просто загадка одна. Загадка там шестая или какая будет. Кто это позволил так над народом издеваться? А сейчас написали, тут у нас один работал зять, он как несестры моей женатой, Владимир Александрович Устинов. И он водитель это, электропоезда, или это, ну так, такой вот тоже, электропоезд видно. Помощник он был? Помощник, не знаю я, ну и главное, что он пошел, и там где-то что-то то ли написал, или сказал. И тогда нам маленькую избушку сделали. Остановка тоже была. Вот. О, видишь, что делает. А смотрите, он засохло, это что? Осинка или тополь? Не знаю. Осинка вроде, да? Ну, может быть, пожар когда был, здесь же горело, вон, видишь? Старый мостик-то какой. Угу. Одни головешки. А это мы сделали, вот с Володей были. Исаакий привез нам все здесь.
плотно, хорошо стоит. Это мы до обеда сделали. А перед этим полдня потратили, пока материал весь заготовили, завезли. И потом за полдня мы тут поправились. А до этого так вот спускались в эту глубину. А глубина там, наверное, не меньше 3 метров. И вынесли, попробуй, когда сейчас тут за траву уступишь, а зимой этого не было. А там какой-то крест дальше видать. Это два знака. Два знака? Да. То ли побросил, когда не было, когда делали. Ну, не важно, мы сделали это для себя и тем, кто будет за нами. Вот он как, смотри как. Я сейчас открываю. Вперед. Вперед. Давай. Не можем здесь, потому что мелко. Это узенько сказать. Вперед. Вот так. О. Вот он где, смотри. Красавец наш. Только скажи сейчас команду, сразу выскочит. Ну все. Слава Богу за все. Аллилуйя.